На интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи 3Dance Factory стирается грань между педагогами и учащимися. Ко всем предъявляются одинаковые требования. Хореографическая студия «Задоринки» Дворца детского творчества на протяжении 4 фестивальных дней училась у лучших мастеров танца, пробовала себя в различных направлениях и стилях. Интересным опытом для коллектива стала и кастинг-дискотека. Девчонки под заданную организаторами музыку импровизировали. И каждый хореограф по своим именным браслетам отбирал участников, которым больше всего понравились, свою команду. Ну, по итогу этой кастинг-дискотеки можно было ходить к тому педагогу, чей браслет ты получил во время импровизации. Ну, что для меня было приятно, у меня были девочки, которые получили несколько браслетов. Девочки приезжают в город Пушкино на интерактивную танцевальную лабораторию уже третий раз. Среди сильных танцевальных коллективов России «Задоринки» по праву стали лучшими. В этом году они завоевали свое второе гран-при конкурса. Этот проект научил меня легче относиться к мелочам, к трудностям. Мне очень понравился конкурс, были очень достойные соперники. Мы очень переживали, волновались, но постарались собраться и показать все, что мы можем, нашу полную силу, и очень понравится судьям. Мы уже не первый раз на этом проекте, и он мне нравится тем, что мы получаем оттуда очень много нового опыта. То есть мало того, что это конкурс, где мы и показываем себя, нам указывают на какие-то наши, может быть, ошибки, говорят, что хорошо, что нам нужно немножечко дотянуть, но и мы, получается, работаем с хореографами, у нас мастер-классы. Приятным подарком для задоринок стали мастер-классы от известного хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Светланы Лутошкиной. В рамках занятий Светлана вместе с девочками сделали интересную и современную постановку. А еще задоринки получили право позвать Светлану Лутошкину в Саров для совместной работы. Это такой хореограф, в которого влюбляешься с первого взгляда, которого одновременно и боишься, и гордишься. Ну, вот такие вот смешанные чувства переполняют. Но я могу сказать, что девчонки получили не только хореографические навыки при работе со Светланой, но также и жизненные уроки. По итогу конкурсной программы 3Dance Factory задоринки получили сертификат на 50 тысяч рублей, а также сертификат на 10 тысяч рублей на участие в следующем проекте. Сейчас юные танцовщицы готовятся к февральскому концерту в Сарове. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.